пасечник Рудый Панько, псевдоним Гоголя при публикации «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В псевдониме Гоголь прозрачно шифрует себя. Панько в украинском просторечии значит «внук Апанаса», то есть Афанасия, так звали деда Гоголя. Памятник на родине героя. Нос на углу Вознесенского проспекта, где жил цирюльник Иван Яковлевич. Поставлен памятник на родине героя, а с ним обращаться надо как положено. Квартира Гоголя в Риме на Виа Систина. Поглядывая из этого окна на статую Мадонны на доме напротив, писались мертвые души. И самого Гоголя здесь мало-помалу признают за своего. Устюжна, бывшей новгородской губернии, один из прототипов города, где происходит действие ревизора. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне. Париж, площадь биржи, отсюда великий классик и политический ретроград жаловался, что так много во Франции журналов, а теперь в его доме редакция журнала «Нувель Обсерватер». И также они спорят про старые политические мнения, излагают новые политические мнения.